Шестой класс, 22 серия. Решение задач. Задача первая. Может ли натуральное число иметь ровно 5 натуральных делителей? Да, это возможно, если это число а в четвертой степени, где а – простое число. Тогда делителями этого числа будут 1, а, а в квадрате, а в кубе и само это число, а в четвертой. Например, число 16 – это 2 в четвертой. Делители числа 16 – 1, 2, 4, 8 и само это число 16. Например, 81 – это 3 в четвертой. Делители 1, 3, 9, 27 и 81. Вопрос – может ли? Ответ – да, может. Задача вторая. Сколько процентов составляют 8% от 20%? Сначала надо найти, какую часть составляет 8 от 20. 8 надо разделить на 20. Получится 4 десятых. А затем 4 десятых перевести в проценты, умножить на 100 и получится 40%. Ответ 40%. Задача третья. Бригада должна была по плану убрать 1200 гектаров хлеба за 20 дней. Бригада закончила уборку на 5 дней раньше срока. На сколько гектаров перевыполнялся ежедневный план? Так, сначала надо найти ежедневный план. 1200 разделить на 20. 60 гектаров в день. Вот такой план. В действительности бригада работала на 5 дней меньше. 15 дней работали вместо 20. Сколько в день? 1200 надо разделить на 15. Значит, ежедневно в день по 80 гектаров. 80 минус 60 будет 20. Итак, ежедневно план перевыполнялся на 20 гектаров. Задача четвертая. Сколько полей бьют 3 ладьи на шахматной доске 8 на 8? Назовите наибольшее возможное число полей. На рисунке слева показано, как бьет ладья. Ладья бьет по горизонтали и по вертикали. Вот все эти поля бьет ладья. Так, как надо расставить фигуры, три ладьи на шахматной доске, так, чтобы они били наибольшее число полей? Значит, надо расставить так, чтобы никакие две не находились на одной горизонтали или на одной вертикали. Так, давайте вот так расставим. Вот, никакие две не стоят на одной горизонтали или на одной вертикали. Так, ну а теперь давайте покажем, какие поля они бьют. Так, здесь 7 по горизонтали, 7 по вертикали. Так, 6 по горизонтали, 6 по вертикали и 5 по горизонтали, 5 по вертикали. Сколько всего? 2 раза по 7, 2 раза по 6, да 2 раза по 5, а всего 36. Ответ 36. Задача пятая. Можно ли шахматную доску разрезать на прямоугольнике 1 на 2, если вырезали клетки А1 и H8? Давайте покажем эти клетки. Значит, вот этих клеток уже нет. Оставшуюся часть
надо попытаться разрезать, причем полностью разрезать, на прямоугольнике 1 на 2. Так, надо обратить внимание, что вот в таком прямоугольнике две клетки разного цвета. Одна черная, другая белая. А те клетки, вот, которые вырезали, они черного цвета. Значит, в оставшейся части клеток будет не поровну. Белых будет больше. Значит, всю оставшуюся часть разрезать на прямоугольнике 1 на 2 не получится. Вопрос, можно ли? Ответ – нет, нельзя.